Калмыцкое казачество держит курс на возрождение. Консолидация российского казачества, сохранение и использование его наследия и культуры определены стратегией государственной политики, утвержденной президентом страны. В качестве приоритетов госполитики заявлены участие в мероприятиях, направленных на укрепление обороны и безопасности страны, а также на обеспечение гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений. Отмечу, руководство Калмыкии уделяет особое внимание поддержке казачества. Калмыцкое казачество активно развивается последние 30 лет, но вместе с тем те задачи, которые сегодня определяются новой стратегией, необходимо решать с помощью новых компетентных кадров, которые способны брать на себя ответственность и четко достигать поставленные цели. В этой связи сегодня калмыцкое казачество действительно находится на пути возрождения своего второго пришествия. Поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время наша общественность сможет увидеть сильное казачество, казачество, которое отказывается от пустых разговоров и приступает к реальным делам.